Добрый день. Вот наши мешки с картошки на Самана. Мир дома, Сима. Так, у вас все в порядке? Да. Ну, слава Богу. Я, чтобы сказать вам немножко. Мы опять едем туда, где были вчера. Угу. Ну, около храма пройти. С этого начнем. Ну и посоветуемся там на месте еще раз, с какой стороны брать глину. Потому что то и другое имеет в себе недостатки. Но с этой стороны как будто меньше работы. Главное-то содрать, вы уже видели, уже глина почти рядом начинается. Но мы пододвинемся вплотную, потому что вода тут будет к этим к деревьям. Я вчера хотел сказать, вы домой, но когда в баню-то сходили? Угу. Нормально? Значит, в бане вопроса нет. Я вчера вам это, когда показал, что 10,5 часов-то, а потом сказали, ну, да, там ошиблись, по-моему. 10,5 это. А вы сказали 11,5, я согласился. Но 10... Да я-то нет, я и себе записал 10,5. Да, 10,5. Он говорит, я и себе записал 10,5. Ага. Так, ну сегодня тогда один час откинем, да и все, ничего не надо. Ну. А я потом сам-то посчитал. А ты посчитай, там полчаса, 7:30. Ну, я себе посчитал. Он говорит, сам посчитал и... Да. Ошибка. Дело в том, что я не хочу вас огорчать. У меня тоже вот 10:30. Все, понятно. А расчеты мы произвели на 11:30. Ну, а ты ничего, сегодня мы один час просто откинем. Ну все, мы пошли. Ну давайте, я перекушу. И прям туда подъезжайте, я около храма буду ждать вас. На место выезжайте, где были. Все. Благополучно.